Сегодня на базе педагогического университета прошло торжественное открытие первого в Ульяновской области специализированного шахматного класса. Гостями и участниками мероприятия стали как профессиональные шахматисты, так и простые любители. Участникам продемонстрировали современные шахматные столы, специальные часы, настенные магнитные доски и демонстрационные мобильные шахматы, предназначенные для повышения квалификации преподавательского состава. К большому сожалению, специалистов, которые готовы обучать игре в шахматы, у нас есть только из числа любителей, из числа федерации. Они все работают. Это либо мамы, либо папы, либо преподаватели этих же школ. И, безусловно, необходимо, чтобы это было поставлено на профессиональный уровень, чтобы люди готовили профессионально ребят. Почетным гостем творческой встречи стала шахматистка из Москвы, исполнительный директор шахматной федерации и по совместительству один из авторов учебника «Шахматы в школе» Екатерина Волкова. Она рассказала о новых современных методиках преподавания детям шахматных партий. Шахматы развивают не только логику, не только математические способности, но и творческие способности. И все это вместе позволяет ребенку, получив опыт именно в школе или в детском саду, потом переложить это все на свое будущее. На свою будущую, в том числе, профессию. Однако больше всего участники встречи ждали появления главного героя дня и по совместительству мецената Владислава Третьяка. Благодаря ему в университете появился шахматный класс с современным интерактивным оборудованием. После осмотра класса депутат Государственной Думы принял участие в круглом столе. Поговорили о глобальной теме развития шахматного спорта в России и Ульяновской области. Сегодня главная задача Министерства, наверное, образования, Министерства спорта, сегодня главная задача, конечно, в организации, чтобы нам как-то доступно это было, и чтобы не на бумаге это было, чтобы мы там что-то сделали, а действительно привлекать специалистов, вот как сегодня сейчас там мастер-класс идет, вот как-то заинтересовать нашу молодежь, чтобы они не только в компьютере там сидели и играли. Напомним, с прошлого года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации в начальной школе начали внедрять уроки шахмат. С 2018 года по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в 10 образовательных учреждениях запущен проект «Шахматы в школе». Открывшийся специализированный шахматный класс позволит поднять интеллектуальный спорт в регионе на новый уровень и подготовить преподавательские кадры. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.